Дорогие друзья, мы через сутки, еще немножко, мы вступаем в святой, святой день Йом-Кипур. Йом-Кипур, как известно, в конце Йом-Кипура, время Наила, Всевышний завершает суд над нами, над всем миром. И надо хорошо понимать, с чем мы туда идем, на этот суд. Вчера был тяжелый теракт в Иерусалиме. До этого было заново повторились обстрелами, ракетами из Газы в Шдерот. Это напоминание Всевышнего нам. Мы живем на пороховой бочке. И в Эрцисроэль, и вне Эрцисроэль. Проховая бочка – это означает, что большие силы зла, которые есть в мире в силу наших грехов. Мы говорим в молитвах Рош ха-Шана и Йом-Кипура, что весь мир судится Йом-Кипур, каждая страна, каждый человек в отдельности. И наши большие-большие заслуги, часто они, если бы они были еще, надо сказать, чтобы они были, они часто не хватает, чтобы перевесить чашу не только на нас самих, но еще всего мира. Когда, не дай Бог, чаша всего мира перевешивает козлу, тогда даже наши грехи, которые мы, даже грехи людей, которые вроде бы не праведники, они тоже присоединяются к весу грехов всего мира. Я хочу сказать одну вещь. Есть легкая возможность. Знаете, все вы знаете большую часть нашей деятельности Брат Ицхак. То, что трудно объяснить израильтянину, американцу, швейцарцу, то почти не надо объяснять нашему русскому читателю или слушателю. Нам необходима ваша помощь. Мы могли дальше продолжать работу. И каждая помощь, она, безусловно, это перевешивает много-много вещей, потому что это распространение Торы тысячам людей, поддержка учения Торы десятками Авраахим, издание журналов в Израиле, в Германии, по всему миру. Есть такая большая заповедь, что называется «Вейхзактово». Поддержать человека, который вроде бы в опасности упасть, помочь ему не упасть. Наш фонд Брат Ицхак, все его сотрудники, все его преподаватели тяжко трудятся, чтобы нести вам Тору. И вам, и другим. И мы очень хотим это расширить. Знаете, у Всевышнего в Ган-Эдене есть место для всех евреев. А просто донести до него Тору и молиться о них. Поэтому я очень прошу каждого из вас, уже стоится Божьей заповеди, поддержать наш фонд заново, больше, чем делать обычно, если можно добавить серьезную сумму, чтобы мы могли дальше расширять нашу деятельность, нести Тору, будучи вашим посланником всему нашему народу. Гмар Ксима Тойва.